Всем привет! Остались у меня после ремонта вот такие пластиковые панели, которые я в свое время покупал в магазине «Светофор». Стоили они копейки по нынешним временам, что-то в пределах 80 или 100 рублей за одну штуку. Если покупать новые, конечно же. У меня это просто отходы. Не стал их выбрасывать и решил применить их в изготовлении форм для тротуарной плитки. По затратам для меня практически 0 рублей, так как все было в наличии. Первым делом выбрал и обрезал их по нужным мне размерам. В качестве основания решил использовать отрезок от ДСП. Благо у меня этого добра навалом. Сделал нужную разметку и отрезал лишнее. Теперь нужно как-то закрепить панели на ДСП. Для этого я буду использовать обычный силиконовый герметик. Наношу его крест-накрест и приклеиваю. Вот и все, основание готово. В качестве бортиков решил использовать кабель-каналы, так как они у меня остались и лежали без надобности. Но вы можете использовать деревянные рейки. Нарезаю кабель-каналы по нужной длине, предварительно разметив их карандашом. Крепить их буду также на силиконовый герметик. Кстати, высота бортиков получилась 3 сантиметра, а размер самой плитки будет 30 на 30 сантиметров. После того, как все приклеил, жду сутки, чтобы силикон окончательно застыл. На всякий случай решил заармировать будущую плитку. Нарезал сетку на нужные размеры, но это, кстати, не обязательно, можно и без армирования обойтись. Далее нужно приготовить раствор для заливки плитки. Пропорции сделал такие: две части ПГС, то есть песчано-гравийной смеси, и одну часть цемента марки 450. Замешивал в ведре при помощи шуруповерта. Кстати, перед заливкой формы нужно обязательно смазать маслом. Я использовал отработку, чтобы после высыхания плитки легко отделились от формы. Заливаем формы получившимся раствором. Не забываем имитировать вибростол, чтобы весь раствор утрамбовался и вышел лишний воздух. И через сутки можно вынимать готовый продукт.